Саш, вот застрял здесь. Я бы вытащил бы. Вот, но придется ждать вечера, видимо, чтобы вот эту передвинуть. Ну, она... Я вот цеплял ее, она вот это... об забор ее хочет уебать. Не тянется она. Надо тянуть вон туда надо. В ту сторону тянуть. Вот так, короче, остается она здесь. Все-таки я бросил Шкоду. Может, оно и лучше. Посмотрим, что там на трассе. Не стал я мучиться вытаскивать ее. К забору ее прижимает. Там припаркована машина, мешает еще. Вечером вытащим. На 20 сантиметров отошла. Защита тоже упала. Вышло. Правда, конечно, за балку нельзя цеплять. Ой. Ну что поделаешь, если я крюк где-то проебал. Так. Ну ладно.